классического искусства стал в нашей республике открытый юношеский фестиваль музыкантов-исполнителей «Молодые таланты Чувашии». Совместный проект Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова и Чувашской государственной академической симфонической капеллы ежегодно реализует себя на большой сцене музыкального училища. Лучшие студенты училища и талантливые воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств республики исполнят шедевры мировой музыкальной классики вместе с Чувашской государственной академической симфонической капеллой под управлением народного артиста России профессора Мариса Яквашкина. Сегодня за дирижерским пультом также мы увидим лауреата всероссийских конкурсов Наталью Яклашкину. Почетным гостем третьего открытого юношеского фестиваля музыкантов-исполнителей «Молодые таланты Чувашии» является заместитель министра культуры Чувашской Республики. Слово для приветствия предоставляется заслуженному деятелю искусств Чувашии Вячеславу Николаевичу Оринову. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Говорят, что в Чувашии нету природных богатств. Но с этим можно согласиться или согласиться. Если хорошенько поискать, все можно найти, я так думаю. Но Чувашия всегда богата была талантами. А их у нас, слава Богу, немало. Находить молодые таланты и воспитывать их, и передавать свой опыт, секреты мастерства – это благое дело. И поэтому я преклоняюсь перед преподавателями детских школ искусств, музыкальных школ, нашего музыкального училища имени Федора Павловича Павлова. Ну и, конечно же, дальше это следующая ступенька – это высшее учебное заведение. Ну, мы на сегодняшний день имеем наш Чувашский государственный институт культуры и искусств. Ну, когда находят алмаз, для того, чтобы превратить в бриллиант, столько много работы, и поэтому спасибо вам, дорогие преподаватели. Я думаю, здесь вот присутствуют и преподаватели, и учащиеся музыкального училища, института культуры и искусств, и родители, конечно же, которые переживают за своих детей. Спасибо вам, что вы находите их. И это святой труд, я считаю. Как здорово, что придумали такой проект музыкального училища наше имени Павлова и Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. Ну, идейный, конечно, вдохновитель, как уже было сказано, это Марис Николаевич Яклашкин. Давайте поаплодируем им вот за такую идею, за этот проект. От имени Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики я приветствую всех участников третьего фестиваля, открытого фестиваля музыкантов-исполнителей имени Федора Павловича Павлова «Молодые таланты Чувашии». И давайте пожелаем всем молодым, которые выйдут такими именитыми мастерами, которые находятся на сцене, вместе выступить. Это же так великолепно, это такая хорошая школа. И вообще целью любого художественного начинания это, я думаю, передача. Вот наши мастера передают все то богатство, чем они владеют. И прежде всего, дорогие друзья, конечно же, можно научить ребенка или студента хорошо играть на
инструменте. Но прежде всего, конечно же, нужно воспитать человеческую личность. Потому что душа человека не просто наши мастера играют на своих инструментах, они выкладывают свою душу, свои чувства. И поэтому вот эта передача молодому поколению, она происходит, слава Богу, ежегодно. Добрый час, дорогие друзья. Спасибо. Программу третьего открытого юношеского фестиваля музыкантов, исполнителей «Молодые таланты Чувашии» откроет концерт для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Часть первая. Солистка, студентка первого курса Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова, Ольга Петрова. Класс заслуженного работника культуры Чувашии Людмилы Евгеньевны Латышевой. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы, народный артист России, профессор Марис Яквашкин.
«Ностальгия». Исполняет учащийся детской музыкальной школы имени Степана Максимова Иван Таратин. Класс заслуженного работника культуры России и Чувашии Анжелики Викторовны Сидоровой. За пультом дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы, лауреат всероссийских конкурсов Наталья Яклашкина. Анисим Асламас. Песня Нади из музыкальной комедии «Сваха из Шоршоу». Исполняет учащийся детской музыкальной школы имени Степана Максимова Михаил Фунтиков. Преподаватель Элла Владимировна Леонтьева.
«Альта с оркестром», первая часть. Исполняет студент второго курса Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова Федор Курочкин. Класс заслуженного работника культуры Чувашии Вячеслава Борисовича Миронова. Thank you.
Ника Чимороза. Концерт для гобоя с оркестром. Вторая часть. Исполняет учащийся детской музыкальной школы имени Степана Максимова Михаил Прокопьев. Преподаватель Элла Владимировна Леонтьева. Первая часть. Исполняет учащиеся Новочебоксарской детской музыкальной школы Анна Лютёв. Класс Валентины Владимировны Галян. Thank you.
третий открытый юношеский фестиваль музыкальных музыкантов-исполнителей имени Федора Павлова «Молодые таланты Чувашии» является совместным проектом Чебоксарского музыкального училища и Чувашской государственной академической симфонической капеллы и проходит под патронажем Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики с 2014 года. Неизменным творческим руководителем и вдохновителем яркого музыкального действия является народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Марис Яклашкин. Участники фестиваля – это одаренные дети, учащиеся детских школ искусств и студенты музыкального училища Чувашской Республики, лауреаты конкурсов творческого мастерства различного уровня. Цель фестиваля – это поддержка молодых талантов Чувашской Республики и сохранение творческого генофонда нации, передача, сохранение традиций и пропаганда музыкального исполнительского искусства. Значимость фестиваля заключается в цеховой поддержке именитого симфонического коллектива Чувашии, начинающих музыкантов-исполнителей, которые только выбирают или уже выбрали свое профессиональное поприще. Возможность музицирования на большой сцене вместе с известными музыкантами-профессионалами дает большой потенциал для развития и поддержки одаренных детей и молодежи в системе академического музыкального образования «Школа, училище, вуз» и является качественной составляющей профессионального становления музыканта-профессионала. А мы продолжаем наш концерт. С удовольствием приглашаем на сцену лауреата международных и всероссийских конкурсов, студента 4 курса Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова Федора Волкова. Класс заслуженного работника культуры России и Чувашии Анжелики Викторовны Сидоровой. Карл Филипп Эммануэль Бах. Концерт для флейты с оркестром. Ре минор, третья часть. Дирижер, лауреат всероссийских конкурсов Наталья Яклашкина.
Арию Хана Кончака из оперы Александра Бородина «Князь Игорь» исполнит лауреат международных и всероссийских конкурсов, студент 4 курса Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова Константин Федотов. Класс заслуженного работника культуры России и Чувашии Агриппины Зосиповны Ивановой. Дирижер, народный артист России, профессор Марис Еглашкин. Здоров, князь,
Thank you.
автор пьецола «Либертанго». Исполняет учащийся Чебоксарской детской школы искусств Павел Кулагин, преподаватель Рамиль Нурьянович Рыбаев. Thank you.
Александр Спасман, интермеццо. Исполняет студентка 4 курса Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова Анна Яковлева. Преподаватель Рамиль Нурьянович Андербай. Thank you.
Жанна Металиди, Элегия, исполняет учащиеся детской музыкальной школы имени Степана Максимова Кристина Трофимова, преподаватель Анжелика Викторовна Сидорова. Исполняет учащийся детской музыкальной школы имени Степана Максимова Захар Анисимов, преподаватель Анжелика Викторовна Сидорова.
Вольфганг Амадей Моцарт. Хор номер 8 из оперы «Свадьба Фигаро». Исполняет хор Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Руководитель Татьяна Владимировна Антоненко. Программу третьего открытого юношеского фестиваля музыкантов-исполнителей «Молодые таланты Чувашии» хор из оперы Бедřicha Smetany «Проданная невеста». Дирижер – народный артист России профессор Марис Яглашкин. Yeah.
Слово для вручения памятных дипломов предоставляется заместителю министра культуры Чувашской Республики Вячеславу Николаевичу Оринову. Дорогие друзья, честно скажу, я давно не испытал такого чувства, чувства счастья. Спасибо, Борис Николаевич. Спасибо, Наталья Марисовна. Спасибо, уважаемые педагоги. Вы просто чудо делали. Чудо. Ну, мы со своей стороны, как я уже сказал, на открытии, что от нас зависит, от министерства, все будем делать. Ну, все, что от нас зависит. Давайте, дорогие друзья, уважаемые руководители, если они здесь присутствуют, пожалуйста, те педагоги, которые не имеют еще почетных званий, давайте выдвигайте. Это же бриллианты, это же жемчужина. Спасибо, спасибо. Дипломом награждается Таратин Иван, Чебоксарская детская музыкальная школа номер 1 имени Степана Максимова, преподаватель Сидорова Анжелика Викторовна. Ну, Ваня! Диплом награждается Фунтиков Михаил, Чебоксарской детской музыкальной школы номер 1 имени Степана Максимова, преподаватель Леонтьева Элла Владимировна. Дипломом награждается Анисимов Захар, Чебоксарская детская музыкальная школа номер 1 имени Степана Максимова, преподаватель Сидорова Анжелика Викторовна. Дипломом награждается Кулагин Павел, Чебоксарская детская школа искусств номер 3, преподаватель Андербаев Рамиль Нурьянович. Дипломом награждается Прокопьев Михаил, Чебоксарская детская музыкальная школа номер 1 имени Степана Максимова, преподаватель Леонтьева Элла Владимировна. Дипломом награждается Трофимова Кристина, Чебоксарская детская музыкальная школа номер 1 имени Степана Максимова, преподаватель Сидорова Анжелика Викторовна. Дипломом награждается Лыгова, да? Анна, детская музыкальная школа, город Новочебоксарск, преподаватель Галян Валентина Владимировна. Дипломом награждается Петрова Ольга, Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова, преподаватель Латышева Людмила Евгеньевна. Дипломом награждается Курочкин Федор, Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова, преподаватель Миронов Вячеслав Борисович. Дипломом награждается Волков Федор, Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова, преподаватель Сидорова Анжелика Викторовна.
Дипломом награждается Яковлева Анна, Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова, преподаватель Андербаев Рамиль Нурьянович. Дипломом награждается Волкова Наталья, Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова, преподаватель Чижиков Александр Геннадьевич. Дипломом награждается Федотов Константин, Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павлова, преподаватель Иванова Агриппина Зосимовна. Дипломом награждается хор дирижерско-хорового отделения Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Руководитель Антоненко Татьяна Владимировна. И благодарность. Награждается Яклашкина Наталья Марисовна, Чувашская государственная академическая симфоническая капелла. Всем дальнейших успехов! Музыкантов-исполнителей, молодые таланты Чуваши, хотим поздравить вас, уважаемые зрители, с наступающими замечательными майскими праздниками. Пусть в каждой душе сияет яркое солнце творчества и весеннего вдохновения. Программу вели Анастасия Чекушкина и Антон Якшибаев. До новых встреч!